Всем мое почтение, друзья, товарищи. И вот сегодня, 18 августа 2022 года, появилась вот такая вот оптимистическая новость. Турция будет принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. Страны подписали соответствующий меморандум. В качестве первого проекта рассматривается строительство и восстановление моста в селе Романовка Киевской области. И вот хотел бы поинтересоваться у вас таким вот вопросом. Как вы считаете, может быть тот, что Турция вот подписала этот меморандум, означает, что войне скоро конец? Или все-таки это так, Филькина грамота называется? Я бы хотел бы верить, что это именно то, что войне скоро конец. Но как это будет в реальности, трудно сказать. Если бы не было войны и так бы подписал бы Владимир Зеленский договор, я бы сказал бы, а где будут работать наши строители, если все отдают иностранным? Но теперь же, когда десятки тысяч сел, сотни городов и тому подобное разрушено, я наоборот говорю Турции и турецкой стороне, высказываю благодарность за то, что они будут помогать нам восстанавливать нашу Украину. Дай Бог, чтобы только закончилась эта война. Поживем, увидим. Надежда, как говорится, умирает последней.